Grecia, pristavljenja komandi ljubimke, как настроение? Настроение вообще хорошее, то есть, ну, вообще то, что здесь устроили, очень даже нравится. Команда хорошая, и девчонки здесь, и сам персонал. Когда ты приехала в Италию? Я приехала пару дней назад. Милан, получается. Через два дня мы улетаем на сбор в Испанию. Второй сезон. Да, я в том году приехала, но только в середине лета, ну, уже. А сейчас начинается все с начала сезона. Какие у тебя планы и цели? Вообще хочу проехать Джиро. Отметиться там на каких-то этапах, что-то завоевать. Как можно тренироваться зимой в Сибири? Ой, очень холодно, но мы как бы катаемся на байках, то есть одеваемся тепло и выезжаем. Когда спортзал, бассейн, так. Почему ты выбрала карьеру спорта? Не знаю, как-то все меня позвали, и я пошла. Ну, то есть, ну, тренера набор набирали, и я вот пошла, когда маленькая была, нравилась. А потом уже это все затянуло, как работа стала. Ты помнишь что-нибудь о первых гонках? Самое первое? Ну, не очень. Ну, как бы впечатления были, когда особенно выехала на Россию, на такие крупные соревнования. То есть был мандраж, боялась, а потом уже ничего так. Какая у вас специализация? Я... В гору. Вообще шоссе, да, как бы лучше еду в гору, то есть на равнине как бы средняя, а специализация, да, в гору. Спасибо. Пожалуйста.